Одним из вопросов сессии Десногорского городского совета 9 июля стал проект стратегии социально-экономического развития Десногорска. Этот план преобразований на ближайшие 10 лет ранее был рассмотрен депутатскими комиссиями, а затем 29 июня документ прошел публичные слушания. По результатам голосования было принято решение рекомендовать одобрить проект решения об утверждении стратегии социально-экономического развития муниципального образования в городе Десногорск до 2030 года. Документ содержит анализ текущей социально-экономической ситуации в Десногорске, долгосрочные цели и задачи его развития, а также описание стратегических приоритетов и способов их достижения. Депутатами предложено дополнить документ более детальным планом с ежегодными преобразованиями, а также назначить ответственных по этому лиц. И при необходимости, да, смотреть, каждый год оценивать ежегодно, ну ежегодно, либо в те сроки, которые в стратегии заложены, там есть некоторые сроки с периодом более чем год. Оценки оценивать, смотреть, правильно мы идем, достигаем ли тех темпов, достигли ли тех темпов, которые необходимы, и возможно даже и корректировать. Срок на реализацию этих дополнений дан до 1 октября 2020 года.